питаешь подмышки, сделай. Если сможешь, да, Дель, Куда ты это делал? Кошачий корм. Давай. Всем привет. Значит, что я хочу показать сегодня. Многие люди пишут мне. Да громче просто. Жуй свою жовку. Многие люди спрашивают меня о том, чтобы я им писал свою программу тренировки, питания или еще там много всяких личных индивидуальных вещей. Сегодня по доброте душевной я раскрою вам секрет своей тренировки. Как я готовлю соревнования в течение трех месяцев почти, да. Моя тренировка в основном, значит, происходит на фитболе. Каждый божий день я прихожу в зал, достаю вот этот замечательный универсальный шарик. Значит, с ним можно играть в баскетбол. Можно даже им набивать, играть в футбол, волейбол, куча разных вещей, но я на нем готовлю соревнования. Значит, первое упражнение, которое я хочу вам показать, очень хорошо развивает мышцы груди. Значит, твои ежедневные, да? Моя ежедневная, конечно, я каждый день тренирую. Ну, чтобы грудь как бы выросла. Да, чтобы грудь выросла, накачалась. Значит, мы садимся на вот этот шарик. Поудобнее. Садимся на этот шарик. Первое, что мы делаем, мы думаем о том, как мы сейчас будем тренировать мышцы груди, как будет прокачано сначала вверх, потом середина, потом низ. Все это представляем, прорабатываем в своей голове. Ну вот, мышцы груди. Значит, что мы делаем? Мы немножко съезжаем с этого фитбола. Не на меня, давай. Мы немножко съезжаем с этого фитбола, у меня просто очень хорошее настроение. Потом ложимся на него спиной, руки перед грудью вытягиваем. Первое движение мы руки опускаем, ладони развернуты. Второе движение мы руки поднимаем. Блин, а вот что мне делать? У меня очень легкие ладони. Это очень хорошо, вам очень повезло, Андрей, потому что чем меньше вес, тем лучше. Значит, это должно быть дикое количество повторений, ну, начиная от 100, заканчивая, я думаю, 400. Вот и поехали. Раз, два, три, четыре. Значит, ну, вы меня все прекрасно поняли. Спина в этот момент находится прямо. Можете ноги под себя, можете перед собой, это не играет роли. Вот. Дальше закончили упражнение. 5 подходов по... Ну, первая тренировка пусть будет по 100 повторений, вторая тренировка будет уже по 200, по 300, и доходя до 400. Значит... А, еще что я могу вам сказать. Здесь же можно еще менять нагрузку очень хорошо. То есть, как видите, я спустился сюда, да? У меня спина находится прямо. Если же спуститься ниже и ладони поставить перед грудью под углом, то есть не вот так 90 градусов с телом, а чуть выше, и также разводить, то это будет работать вверх грудных мышц. Представляете? Вот. Поэтому можно чередовать тренировку в середину, тренировку вверх. Значит, что еще очень хорошо тренировать на фитболе? На фитболе очень хорошо тренировать ягодичные мышцы. Ягодичные мышцы, значит, вся моя тренировка, скажем так, низа при подготовке к соревнованиям проходит непосредственно ягодичных мышц вот такими движениями. Легкими движениями руки мы помещаем ладони на наш таз, держим себя за нашу талию и начинаем
медленно-медленно подпрыгивать, ускоряя темп, прыгать все сильнее, 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 наверху напрягать ягодицы. Мне нельзя ржать, мне руки трясутся. Ну-ну-ну, а покажите, Алексей, я вот не запомнил вот именно как, что руки положили мы на нашу талию. На нашу талию. Так, и что? И медленно дальше, да. Начинаем раскачиваться. Медленно, главное, медленно. Это тем темп. Тем самым мы начинаем подпрыгивать на этом фитболе, делаем все это быстрее, быстрее. В итоге сила прыжка увеличивается, мы подпрыгиваем и наверху напрягаем. А как ты думаешь, вот женщинам полезно это упражнение ведь будет? Это будет полезным упражнением всем людям. Или тема начиная именно кто готовится. Начиная от самых малых, заканчивая уже нашими ветеранами. Можно купить себе домой фитбол, заниматься. Хорошо, а вот скачать в интернете видеоурок. Алексей, у вас вот руки развиты хорошо. Это тоже ведь благодаря фитболу, безусловно. Конечно. Конечно, благодаря фитболу. Ну, сегодня, раз уж пошел такой день раскрытия секретов. Упражнение на переднюю дельту, как известно всем нереальным качкам. Значит, плечо делится на три дельты, передняя, средняя, задняя. Чтобы прокачать переднюю дельту, мы берем наш фитбол, вытягиваем руки перед собой. И подпрыгиваем. Нет, мы не подпрыгиваем. Да, не подпрыгиваем. Мы поднимаем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Тем самым тренируется передняя дельта. Также количество повторений должно быть от 100, заканчивая 400. Можно замечательно тренировать трицепс. Значит, здесь мы сгибаем руки за головой, сгибаем и разгибаем, сгибаем и разгибаем, сгибаем и разгибаем. Трицепс тренируется великолепно. А вот как вот упражнение для шеи каким-нибудь с фитболом есть? Упражнение для шеи мне нужен партнер. Мне нужен партнер. Я попрошу нашего водителя. О, как тебя? Водитель. Значит, смотрите, мы. Отойди, Вадим. Мы, значит, ложимся. Так, только не в мою лампу. Руками вот. Держимся за пол, ногами держимся за пол. Замечательно. Потренировали. Потренировали, надо впечатлить. Значит, Юрген. Это молодой человек зовут Юрген. Он упирается мне руками в затылок. Упирайся мне руками.